В одном из дворов избирательного округа номер 26 Магнитогорска появилась новая детская площадка. Местные жители не нарадуются. Говорят, прежний игровой комплекс не только морально устарел. Он представлял опасность для детворы. Железным конструкциям было уже более 4 десятилетий. Благоустройство территории стало возможным благодаря депутату Магнитогорского городского собрания Сергею Королю. Местный пушистый кот пока первый посетитель новой детской площадки, которая накануне появилась в одном из дворов по улице Галиуллина. В силу сложившихся обстоятельств открытие спортивно-игрового комплекса состоялось без участия детей. Но радости, по словам местных жителей, это не омрачило. Такого вклада в благоустройство двора они ждали давно. Площадка хорошая, 5 лет ждали. Слава богу, везде есть. На соседних кварталах у нас вообще не было. Старая была, ладно, хоть выкопали. Новое игровое оборудование появилось на территории двора буквально за 3 рабочих дня. Качели, турники, различные лазалки. Некоторые спортивные элементы остались и от старой площадки. При этом опасные конструкции специалисты демонтировали, а все, что нуждалось в покраске, привели в надлежащий вид. Территория была благоустроена благодаря поддержке депутата городского собрания Сергея Короля, который никогда не оставляет наказы местных жителей без внимания. От имени жителей я хотела бы передать огромную благодарность Сергею Витальевичу за то, что он всегда внимательно относится к пожеланиям, к просьбам своих избирателей. Поэтому спасибо Сергею Витальевичу за такую площадку. Эта площадка не первая, появившаяся в 26-м избирательном округе, и далеко не последняя. Ежегодно в приемную депутата поступает несколько десятков просьб и наказов жителей. Цели и задачи по дальнейшему благоустройству микрорайона уже обозначены. Евгения Салахутдинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.